подмосковном Подольске «Витязи» дважды встречаются со «Спартаком». Красно-белое войско Олега Знарка – самый принципиальный на сегодняшний день соперник для дружины «Витязей» под предводительством Михаила Кравица. Соперникам предстоит провести две схватки подряд и выяснить, кто более достоин места в заветной восьмерке сильнейших и позиции в плей-офф. Вместе мы сила. 16 ноября, понедельник, Подольск, «Витязь», «Спартак».